Всем привет! Вы на канале Птицы региона. Приятного просмотра! Всем привет! Сегодня поговорим о канарейках и о певчих птицах. Как обстоят дела с канарейками и с певчими птицами. Канареек посадил я в теплое помещение. Рассадил по клеткам. В одной клетке посадил чижа канарейку. В другой клетке щегол с канарейкой. И в третью клетку посадил зеленушку с двумя самками канарейками. Пускай они, может, споруются по отдельности, а потом уже посмотрю, как, что правильно поступить. Или оставить их по клеткам, поставить гнезда. Или на улицу. Или посадить вольер, который я сделал летом. Пока еще точно не знаю. Здесь рядом у меня попугаи с ними сидят. Пару-тройку месяцев пусть посидят они. Ну, я думаю, наверное, до середины марта. И потом уже или на улицу, как сказал, отнесу, посажу. Или здесь в клетках поставлю гнезда. Сейчас покормлю их. Корм делаю я сам, вот смешиваю, вам показываю. Минералов добавляю под кормка. Так что как-то вот так. Певчая птица у меня держанная. В вольере сидели. И чиж, и щегол, и зеленушка. Давайте посмотрим, понаблюдаем. Спасибо, что подписываетесь, смотрите канал.